Нет, не тот, о котором только мы говорим вот здесь, да? Да-да-да. Но язык своих народов. И великий русский язык, потому что это дверь в будущее, в культуре и просвещение. Но изучайте и берегите национальный язык. Это история, это традиция, это корни. И вместе будьте культурными. Берегите культуру. Культуру не только внешнюю, но и облагораживая свою душу, свой внутренний мир. С праздником вас! Днем славянской письменности!